Всем привет. С вами Комаров Виталий. Вот мне друг подогнал такую штуку. Говорит, может быть, тебе для чего-нибудь это потребуется. Ребят, я кручу и верчу. Вот такая вот хрень. И вот, ей-богу, я даже не знаю, для чего это. Вот такая штука. Может, кто-нибудь знает? Кто-нибудь сталкивался? Для чего-то же это использовали? Просто дико интересно. Блин. Вот это все крутится. Это тоже. Такое ощущение, что даже это заводская штука. Вот такая она и себя представляет. Кто знает, в комментариях отпишитесь. Жутко интересно, что за хрень. Может быть, у охотников это как-то используется. Не знаю. Чего в ней катать, чего в ней прокатывать. Понятия не имею.